Хельсинки Кап – один из самых знаменитых интернациональных турниров, который ведет свою историю с 1976 года. В этом году в нем приняли участие более 1300 спортсменов из 17 стран мира, в том числе из серьезных футбольных академий – Англии, Бразилии, Франции и Португалии. Участники отметили высокий уровень организации соревнований. Матчи проходили одновременно более чем на 100 футбольных полях. Фаворит Выборг выставил на Хельсинки Кап 7 команд спортсменов в возрасте от 8 до 13 лет. В общей сложности наши футболисты сыграли более 50 игр. Самый успешный результат показала команда, состоящая из игроков 2009 года рождения. 5 побед и 6-я игра в ничью. С финским клубом, который в 1912 году был основан в Выборге. Остальные составы фаворита показали интересную игру и добились определенных успехов. К сожалению, первые места другие ребята занять не смогли, но учитывая, что в каждой возрастной группе было в среднем по 140-200 команд, все наши команды вошли в 30-ку лучших. И тенденция наших результатов, да, то есть если сравнивать с участием наших команд в этом же турнире в прошлом году, показывает, что мы выступили намного лучше. Конечно, это большой опыт для ребят, и организация турнира, и очень много серьезных профессиональных команд в рамках этого турнира. Ребятам было очень интересно себя показать, посмотреть на другие коллективы, что-то перенять. Нам тренерский опыт у кого-то. Выборгские футболисты показали не только достойный футбол, но и командные качества. Они поддерживали друг друга, специально для турниров Хельсинки сочинили кричалки и болели за другие выборгские команды. Опыта мы набрались и игрового, и жизненного, потому что как вести себя в другой стране, как ведут себя другие страны, нации, у кого какие традиции. Нам почти удалось все победы одержать. Одно сыграли почти каждый раз мы выиграли, только одну в ничью сыграли. Вообще команда молодцы. Ну, соперники были достойными там. Ну, нам удалось одержать победу. Мы показали, на что способен наш именно город Выборг. Особенно пристально тренерский состав следил за командой игроков 2004 года рождения, оценивая прогресс всего клуба. Юношескому составу удалось пробиться в финал А. Мы играли с командой из Швеции, Вёсби. И эта команда проиграла 0-1 с победителем этого турнира. Мы этой команде уступили 1-2. То есть это была наша последняя игра на турнире. Уже ребята достаточно адаптировались к этому времени. Я говорю о ребятах группе 2004 года рождения. Все-таки по ним мы как-то более-менее смотрим, насколько удачна наша политика именно в развитии футбольном. Так вот, эта игра показала, что наши ребята хорошо держат удар и могут с серьезными коллективами также удачно вести игру. То есть мы, в общем, довольны с тренерами. В следующем году фавориты Выборг вновь планируют принять участие в Хельсинки Кап и улучшить результат. А уже в конце сентября футболисты примут участие в Саминском турнире в Лапинранте. Вероника Когут, Валерий Присяжнюк, медиагруппа «Наш город».